Давайте, давайте, веселее, веселее! Призеры женской гонки преследования вот-вот появятся на нашей сцене. Для Кайсы Макаранин актуальная песенка, я думаю. Екатерина Глазырина, Вита Семиренко составят ей компанию на пьедестале почета. Ну, на цветочной церемонии, как вы знаете, будет гораздо больше спортсменок. Церемония награждения. Давайте, друзья, поприветствуем, поприветствуем! Ну а я, друзья, под ваши бурные аплодисменты с большим удовольствием приглашаю на нашу сцену Дмитрия Губерниева! Встречаем! Давайте, давайте! Поприветствуем! Здравствуйте еще раз. Спасибо большое за теплый прием во всех смыслах. Вы бы видели, какая классная телевизионная картинка, дамы и господа. Переполненный стадион. Прежде всего, передаю привет женщинам, которые во всем многообразии заполнили жемчужину Сибири. Дамы, без вас телевизионная картинка была бы унылой. Светит солнце, ваши прекрасные лица. И даже мужики как-то так посимпатичней стали. Это я про себя сейчас. Ну что ж, как настроение, Тюмень? Сейчас вот на этот, вот, глядя на все это, губернатор возьмет и уйдет, потому что никто ничего не слышал. Как настроение, Тюмень? Есть шанс, что останется глава региона. И еще раз, заключительный на данную пятиминутку я спрашиваю. Давайте сделаем так, чтобы нас сейчас услышали в Оберхофе и Рупотинге. Тюмень, как настроение? Вот это по-нашему! Итак, уважаемые друзья, мы начинаем цветочную церемонию победителей призеров международных стартов по биатлону, приз губернатора Тюменской области. Для проведения цветочной церемонии я с удовольствием приглашаю губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева, а также лучшего спортивного менеджера страны, первого вице-президента IBU, исполнительного директора Союза биатлонистов России Сергея Валентиновича Кущенко! Первое место в наших соревнованиях завоевала Кайса Макаранин from Finland, Финляндия! Второе место на наших соревнованиях принадлежит Екатерине Глазыриной, Россия, Свердловская область. Четвертое место занял человек, которого трибуны истово поддерживали накануне, но сегодня такая драматичная стойка, и тем не менее наша еще одна всеобщая любимица Ольга Вилухина, Россия, Новосибирская область. А, третья же еще, господи, боже мой. Вы знаете, друзья, это называется оговорка в прямом эфире. У Виты, прошу прощения, мы все так болели за Вилухину. Радовались ее третьей позиции. Вита,
Я прошу меня простить, боже мой, но она великодушна, как и все очаровательные украинки. Третье место, Вита Сибиренко, Украина! Ну ничего, зато будет что обсудить. Итак, ну а теперь четвертое место уже без обиняков. Ольга Вилухина, Россия, Новосибирская область. Характерной особенностью наших соревнований является тот факт, что за каждую позицию идет напряженнейшая борьба. И только фотофиниш определил обладателя пятого места. Это Тея Грегорин, Словения! За пятую позицию спортсменка из этой страны боролась как могла, но все-таки уступила какие-то 2 сантиметра. Шестое место в наших соревнованиях принадлежит Валентине Семеренко, Украина. Награждение продолжают проводить Владимир Якушев и Сергей Кущенко. Ну что ж, вот она, шестерка сильнейших, дамы и господа. Давайте поаплодируем этим людям. Это действительно была большая битва. И, уважаемые друзья, давайте сфотографируемся на память. Во-первых, это только цветочная церемония, но фотографы и телеоператоры сейчас готовы практически на 100%. Итак, аплодируем тройки сильнейших и, в данном случае, шестерки сильнейших. Под ваши аплодисменты мы провожаем спортсменок с пьедестала. И буквально через минуту начинаем непосредственно церемонию награждения приза губернатора Тюменской области 2013. Под ваши аплодисменты. Сейчас такое ощущение, что кто-то к гневому рубежу подошел, уважаемые друзья. Я, кстати, хочу сказать, что в этом смысле, поскольку мы имеем опыт общения со многими и многими любителями биатлона в самых-самых разных странах, с учетом вот той шумовой характеристики, которая здесь, на жемчужине Сибири, я хочу сказать вам, как телевизионщик, огромное спасибо. Солнце мы сегодня обеспечили, улыбки на трибунах тоже, ну и, конечно, шумовая поддержка и то самое знаменитое молчание во время стрельбы и оханье или аханье во время неудачной или удачной стрельбы. Спасибо, Тюмень! Итак, дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров международных состязаний по биатлону приз губернатора Тюменской области. Награждение гонки преследованию женщин проводит губернатор Тюменской области Владимир Якушев и первый вице-президент IBU Сергей Кущенко. Первое место и звание лучшей спортсменки, и звание обладательницы приза губернатора Тюменской области получает... Кайса Накаранен, Финляндия! Это не просто медаль, которая, кстати, уникальным обладает таким свойством, знаете, потому что она отличается практически от всех наград. Дизайн потрясающий. Разумеется, это еще и символический чек. На секундочку, 7 500 евро. Сергей Кущенко вручает победительнице Кайсе Макарайнен. За второе место награждается совершившая впечатляющий рывок в нынешнем пасьюте Екатерина Глазырина, Россия, Свердловская область. Серебряная медаль, обязательный диплом и еще один чек. Соревнования коммерческие, но тем не менее, если судить по накалу, я думаю, вряд ли из тех, кто боролся за медали, сегодня думали как раз об этих моментах, потому что соперницы многое не позволяли. Ну и
Третье место. И перед этой спортсменкой я теперь в неоплаченном долгу на протяжении, наверное, всей своей оставшейся жизни буду находиться. Но, тем не менее, третье место наших соревнований – Вита Сидоренко, Украина! Ну а сейчас давайте мы, во-первых, поаплодируем, пригласим господина губернатора и господина первого вице-президента IBU присоединиться к спортсменкам для того, чтобы попозировать перед камерами. И огромное спасибо Кайсана Каранин, Екатерина Глазырина и Вита Сидоренко. Это наши чемпионы. Турнир на призы Владимира Якушева, губернатора Тюменской области, продолжается. Мы благодарим всех без исключения. Вита, извини еще раз, боже мой. Всякое бывает в нашем деле. Но зато я хочу сказать, уважаемые друзья. А, 5000 евро, Вита. Хорошо, занесу обязательно, боже мой. Вот черт, попал. Ну хорошо. Она прилично, она ведь не возьмет, знаете, это же все-таки наш друг. Ну так вот, уважаемые друзья, теперь в 14.00, фактически через час, нас ожидает, во-первых, мужская гонка преследования. И с учетом тех отставаний, вдумайтесь, в минуте 27 человек уйдут на дистанцию. А это значит, что борьба будет, может быть, даже в несколько раз плотнее, чем...